любим Господа и ждем рождения младенца Христа, и поэтому приносим все свои умения, старания и любовь к украшению храма Господня. Это любовь к Богу, смирение, и, конечно же, нужно гореть сердцем к цветам, потому что это очень трепетное создание. Мы подготавливаем материал для украшения, которое пойдет на икону Рождества. Сейчас вот вы упомянули зимние праздники, все отдыхают, веселятся, все для тела, надо же для души тоже что-то, поэтому я вот пришел в храм помочь. Рождество – это все-таки великий праздник, мне захотелось прийти в храм, помочь украшать, чтобы когда прихожане приходили на службу, то им было приятно стоять, молиться в храме. Вот такая вот радость, которая несравнима ни с чем, мне очень хочется передать ее нашим братьям, сестрам, поделиться вот этой радостью хочется. Чтобы сердце было полно любви. Желаю, чтобы эта радость, которая в преддверии Рождества сохранялась целый год. До следующего праздника. Большое благодати и любви Господа. Здоровья, чтобы получалось как бы в храм ходить и молиться для себя, для своих близких. И помощи Божьей, чтобы все было хорошо в семье, все.